Короче, мы все ненавидим очень сильно Лешу, потому что ему на съемку сегодня на 1:30, на 13:30, в смысле, в обед ему нужно. А мы не все не спим с 5 утра. Леша, привет, как ты там? Тебе спится? Как ты себя чувствуешь? Тебе хорошо? Back to letter, back to reality. Обыскать любовь, смысл главный, самый. У нас сегодня очень красивые девочки на площадке, очень. Такие... Музыка! Фокус. Приготовились? Прям вот так. Ну ты поснимал, наверное, я уверена. Главный самый. Ответ. Сколько лета люблю я лет? Столько я люблю белый цвет. Надеваю я пару кед, я теплом согрет, я ставлю след. У нас второй съемочный день. Очень сложная локация, очень сложный день. 24 часа сегодня мы планируем снимать. Надеюсь, успеем. Сейчас мы с вами, как видите, в бассейне. Только что сняли Надю. Спешим, времени абсолютно уже нет. У нас остался час. Мы должны за час снять еще кучу всего. И переезжать быстро на следующую локацию, где у нас будут трюки. Там будут трюки, там будут подвесы, позитив будет летать. Вы увидите все скоро. В памяти и на песке, в твоем сердце и душе. Ты найдешь один ответ. Я оставлю ученым свет. Мы ищем, в чем смысл. Наши следы на песке смоют брызги. Зачем же мы дышим? Почему мы себя не услышим? Ну хорошо. Шикарно. Все, мы сняли. В памяти и на песке, в твоем сердце и душе. Ты найдешь один ответ. Я оставлю ученым свет. Меня режут. Цепляют. Мы сейчас будем летать. Вот. Все просто, как обычный стандартный день. Мы ищем, в чем смысл. Наши следы на песке смоют брызги. Зачем же мы дышим? Почему мы себя не услышим? Summer night, буду вспоминать. В полной памяти нырять, alright. Back to letter, back to reality. Отыскать любовь, смысл. Поднимается этот? Нет. Как отсюда вылететь? Медленно, очень аккуратно. Поехали, поехали. По чуть-чуть. Потянул. За руль держаться, да? Раз. Поднимаешься. И... Опа. Держится. Ладно, поехали. Раз. Правая круг. Сюда, да. И отпустил. Не, вторую нужно схватить. Вторую же надо. Отыскать любовь, смысл главный самый. Мы ищем. Мне надо бы сейчас познакомьтесь с моей сестрой. Там все говорят, что мы очень похожи. Я посмотрела. Мы недавно положили фотку совместно с Ирой, и у меня там 300 комментариев о том, что мы вы сестры. Надо подписаться на твою сестру. И у нас очень разные сережки. Да, очень. Потому что нас бесит все одинаковое. И мы ненавидим очень черный цвет еще. Худи мы не любим. Не любим черный. И капюшоны не любим. Капюшоны тоже ненавидим. Мы ищем. В чем смысл? Наши следы на песке смоют брызги. Зачем же мы дышим? Почему мы себя не услышим? Сколько лет я люблю я лет, сколько я люблю белый свет. Надеваю ее по руке, а вижу плоско лет, я каждый лет. В памяти и на песке, в твоем сердце и душе. Ты найдешь один ответ. Лето было или нет?
В памяти и на песке, в твоем сердце и душе ты найдешь один ответ. Тянути в чорному тюді адукон, ефаки і нарастер, ежу, а цю авирка з тен ілі алибатен. Тен? Тен ілі алибател. Нет, тен. Тен ілі алибател. Нет, да. Тен ілі алибател. Лет. Лето? Да. Лето. Оттел. Оттел. Лето. Лето было или нет? Закрываются уже рестораны и кафе. И тянутся в чём тебе по адукон? Вот здесь. Нет, вот это только штука классная, что в ней динамичная. Да, да, именно вот эти па дыбко, вот там. Вот там он не попал, эти тя дыбко. Back to лето, back to reality. Отыскать любовь, смысл главный, самый. Ира, ты знаешь еще, как артисты страдают на съемке? Конечно, знаю. Я пытаюсь разделить с вами страдания. Друзья, если вы думаете, что все так просто, то не все так просто. Не просто все праздника. Подожди. Помню, мы летали, да? Одна маленькая веревочка. Что творит? Что? Боже. Спасибо. Мы ныряем вновь между небесами. Зови сон сделать. А, как опер... Да, да. И сорвать на ос. А, давай, back to reality. Надя, сейчас уже прошел 12 час уже, и поэтому она не наступила день рождения. Но она об этом не знает. Она об этом не знает, что у меня день рождения. Вообще, ты как, готов? Я готов, я не спал 6 дней. А вы такие заряжены, вы такие классные. У вас так все красивенько. Я вспомнил, что здесь было шоу номер один с Филиппом Киркоровым. Да. А теперь у Нади день рождения. Да. Какое совпадение. Спасибо!